Похоже, знаешь, на что? На эту пену для бритья. Кручу, верчу, маму запутать хочу. Привет, мои хорошие, с вами Сиена Свей, скромняшка Крис. Привет. И Дынька, и Дынькина нога. И сегодня я бы хотела протестить с вами маску, которую давно уже искала, наконец-таки нашла, она мне пришла. Это кислородная маска. Я видела некоторые обзорчики на нее, мне так понравилось, и, честно говоря, захотелось испытать на себе. И, конечно же, эту необычную маску. Ты вообще ее видела, смотрела, кислородная маска? Да. Кайф испытать? Да. Ну, мне кажется, что это для нас, для Крис, специальное видео, просто поржать. Да не убей маму, пожалуйста. Подожди. Кислородная маска, вообще маска призвана для того, чтобы омолаживать, а когда смеешься, лишние морщины. Так маска для того, чтобы поржать, все-таки она для того, чтобы не омолодить, а что? Чтобы мы постарели, что ли? Да нет, ну нет, подожди, продлевает жизнь, между прочим, смех. А омоложение, маска не для продолжения жизни, она для омоложения. И что? Не будем тестить тогда? Давай, давай, давай. Ладно, что не сделаешь? Конечно, с ребенком на руках мы ее не затестим, поэтому нам придется тоже хочет изощриться как-то. Взяла я эту маску, вот так вот она выглядит. Мы ее сейчас будем распечатывать, я ни разу не пробовала, не знаю, вверх ногами показываю. Взяла эту маску в таком вот магазине у нас в Ростове, в Вавилоне. Вавилон называется, на Северном. Ну, вообще, это сеть магазинов, их много. Я еще взяла разные маски, которые буду показывать и тестить в Инстаграме. То есть вы увидите, у меня здесь пандочка, глазки. Да дай покажу. На губки вот такую взяла еще. Маски, вот Animal и улитки мои любимые, как всегда. И вот такая пандочка еще. И еще вот такая вот штука интересная вообще. Это пилинг, легкий пилинг. Откройся. И он для супер ленивых, как я, потому что... Вот, смотрите. Потому что здесь салфетки пропитаны уже какой-то жидкостью, которую вы просто берете, по лицу протираете, вот я сегодня протерла, и лицо ваше в тонусе, и легкий пилинг делает, и вообще, на вине, что ли, или что-то. Не помню точно, но вы можете, ну, на сайте на этом посмотреть, кому интересно. Пилинг пад очищающий. Понятно? Состав интересненький такой. Ну, короче, вы поняли. Ну, короче, вы поняли. Сегодня видео о маске, да, невероятная маска. Так, вот это не делай, зайчунька, чтобы ты вот здесь нам вот так вот прям мешал. Мешал, пацан, Итак, открываем Машку нашу. Давайте способ применения, как всегда. Так, маска кислород с экстрактом жемчуга. Способ применения. Маска помогает повысить эластичность кожи, улучшает циркуляцию крови, обогатить верхние слоя кожи кислородом, а также осветлить тон лица. Нанесите маску на чистую кожу, какова у нас сейчас она является. Подождите еще 10 секунд. А, нет, подождите. Подождите 10 секунд, пока не образуется обильная пена. То есть это надо вот так ее делать, что ли, или что? Да просто, наверное, ничего не надо делать, насколько я поняла, вообще видела тоже. Просто подождите 10 секунд. Она сама вспенивается. Образуется обильная пена. Подождите еще 10 секунд, пока пена полностью растворится. Смойте остатки вещества теплой водой. Короче, мы наносим, потом просто ждем 10 секунд, еще 10 секунд. Я ни хрена не поняла, и, возможно, эта маска у меня не получится. Да, все получится. Короче, вот в таком тюбике она. Я взяла маленькую. Потому что я люблю больше тканевые маски. Взял, сделал. Это чисто вот для видео, для обзорчика, для вас, на самом деле. Так. Ну чё? Давай, отпускай ребёнка. Так, я пропустила. Ты мне сразу на лицо или на руку? На руки. На одну давай, да? Хватит. Давай. Она чёрная. Пенится. Она сейчас пенится уже начнёт. Серая она. Наноси давай. Ой. Не знаю, тонким или толстым слоем надо. Крис, быстрее, она же пенится. Я же тоже и говорю, надо быстрее. Она пахнет каким-то мужским классным парфюмом. Так. Ты мне мало дала. Мало дала? Мне кажется, надо... Пожалела я тебе? На воле. Ну, каким слоем? Давай, возьми, у тебя рука, у меня две теперь. И мне тоже сделай. Твой ребенок только сейчас будет... Смотри, вот, она уже начала что-то делать.
да. Сейчас мама и Крис будут страшненькие. Да нам быстрее. Нет, ну почему страшненькие? Пенка же беленькая. А все. А у меня на лбу не начало ничего происходить. Сейчас начнем. Так она я туда первее нанесла прикол, да? Ну все, вот у меня белое. Я уже не трогаю, мне надо потирочки помыть. А, пальцы тоже в кислороде будут, наверное. Чтобы не переводить продукт, можно нанести на руки? На поверхность ладони. Ой. На поверхность руки. Слушай, ну у меня как-то красивенько пока что, да? У меня красивее, все такое равнотонное, я имею в виду. Равномерное. Ленька смотрит на нас, не может понять, что это у тебя, в чем дело. Похоже, знаешь, на что? На эту пену для бритья. Да, 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 кстати. И запах такой же. Жилет. Возьмите. Запах жилет. Ждем. Что происходит? У тебя начинает уже происходить? Да я вот думаю еще прочитать. Как тебе там еще, подождите, еще, для чего? Пена пока. Вот, ну сейчас пена, просто она пена. Потом пена насытится кислородом. Вот, смотри, на пальцах уже происходит. На пальцах реакция быстрее пошла. А? Да. Как-то чешется у меня нос. У меня вообще чешется нос. Я угловляла. Вот, да? вот тут. А у меня руки еще вот, смотрите, в пене, я не могу полноценно почесать носик. Да дело даже не в том, что они в пене, ты же уберешь маску, получается. Нос! Я думаю, что в коробочку нужна еще такую палочку тоненькую, чтобы можно было там мешать, ковырять по коже, ну, чесаться. У нас какая-то разная маска, что ли? Я просто, наверное, больше нанесла, мне кажется. Видишь, она превращается. Тебе дольше сидеть. Короче, что я чувствую сейчас? Я чувствую легкое, знаете, вот это вот чесаться хочется. Не пузырики, а вот... Там, видимо, возникают пузырики, они щекотят кожу. Да, да. Мне хочется почесать. А она стоит того, да? Конечно, сейчас лицо насытится кислородом. Теперь лоб чешется. Да, да. Хочу близко показать. Слушай, ну корейская продукция вообще хорошая. Мне кажется, лицо становится больше. Но по пальцам вот, можно понять уже. Вообще хочется пойти ручки смыть, а то я какая-то как без рук. Смотри, Ганька тебе что-то хочет дать. Спасибо тебе. Твое. Абы закрыли. Прошло 5 минут. Ну что, у тебя начала пена, я смотрю, да, растворяться? Ну да, да, она сначала что? Она должна сначала возникнуть, потом она должна потихоньку как будто растворяться, да? Ну, короче, зависит от того, насколько много мы нанесли этой пены. Если мы ее много нанесли, да? Хотя, мне кажется, мы нормально нанесли ее. То лицо прям будет сильно пузыриться, а у нас, видишь, не сильно пузырится. Она уже растворяется. И что это? У меня, походу, еще не растворяется. У тебя еще не растворяется? Я нормально нанесла. Только на нос не нанесла, походу, да? Здесь я не нанесла. Ну, ты чуть-чуть нанесла. Было же там у тебя. Мама, смотри, какая. Ладно, попозже вернемся. А то ребенок схватит. Слушайте, так пенку, оказывается, я, представляете, собралась минут 10-15 ее держать. И Кристина говорит, там вот написано 10-10 и смойте. 10 секунд и 10 секунд и смойте. Какая ты суровая. Это из-за пенки, поняла? Брови тебе. Бровь сгустилась. Я думаю, можно походить. Но хотя чешется, там еще процесс идет. Нет, так она еще не растворилась. Ну вот, надо ходить, пока не растворится. Просто я к тому, что маска-то быстрая. Я думала, как обычно, знаете, здесь 15 минут. Ты же реально, у тебя пена между бровей, смешно так. А маска-то у нас? Говорящая. Быстрая. Нет, не говорящая, не, а... Не, я тогда добрая это. Да, образ создающая. Ой, сейчас вообще у нас такие лица будут. Я, кстати, пока смывала ее в пальцах. Очень нежная.
Ребенок влез в мою маску и испортил мне равномерие. Короче, мне хочется ее смыть, я чешусь вся. Ты тоже? Пошли смывать. Ну, по-хорошему, уже там воздействие идет. По-хорошему, уже процесс там регенерации всего-всего шел. Пошли смывать. А потом скажем отзыв, как нам. Ну что, мы умылись. Хотелось бы у Кристины, у первой, узнать впечатление о масочке. Что ты ощущаешь, что ты ощущала, пока ты смывала, и потом? Кожа действительно приятная, мягкая, шелковистая. Но я думаю, что все равно крем я еще бы нанесла. Сейчас вот вода подсохнет, и... а так, да, прям гладенько. Я умылась первой, и могу сказать, что сейчас у меня очень стянута кожа. Да? Ее прям очень хочется увлажнить. У меня, кстати, есть корейская вот такая вот тоже яблочко. Оно уже заканчивается, надо его закончить. Мы сейчас увлажним нашу кожу. Мы же сопли такие. Здесь яблочко, мед, по-моему, что такое. Что по ощущениям? По ощущениям, когда смываешь маску, кажется, что она не смывается, как-то да. Долго смывается, такая вся скользкая, и в итоге все равно потом вот так вот стягивает кожу, да? Ну, большой минус, не очень приятно мне в том, что она, честно говоря, чешется, но, наверное, она работает так. Да, там же написано, что она проникает в поры. Да. То есть вот сейчас у меня лицо как будто что-то с ним делали, да, но вот прям, ну, как бы очистила, я думаю, на каком-то глубоком уровне, потому что процесс чувствуется на лице. Это не просто, когда вы умылись и все. Вот. Теперь наша с Кристиной кожа идеально. В общем, мне было интересно потестить это ноу-хау. Я какие другие обзоры, когда видела, там, конечно, вот прям вообще лицо вот так запенивалось. Но, наверное, они больше наносили, да? Не знаю, почему у нас не так она пенилась. Потому что у нас была сильно чистая кожа. Наверное. Потому что там же она очищает. Чем грязнее кожа, тем больше пенится. Мы должны как-то себя оправдать. Все? Ну что, еще будем как-нибудь делать маску? Посмотрим. Если у тебя больше ничего не будет. Все, мои хорошие, и надеюсь, мое видео вам понравилось. Если что, я еще подробненько покажу в Инстаграме. Инстаграм оставлю здесь. Подробно покажу в Инстаграме. Денька уже прощается. Что я купила в этом магазине. Вот, в принципе, мне все очень нравится, и корейскую косметику я очень люблю. У меня недавно Любашка набрала тоже себе много корейской косметики, и такая: это кайф, корейская косметика, супер! Ну да, сейчас она... Колдыба. Кручу, верчу, маму запутать хочу. Вот так вот, да, волосы бы это поправить бы тебе, мама. Волосы на лицо тебе нравятся больше, да? Лицо какое-то вот сейчас немного такое, прям вот как после пилинга. Ладно, мои хорошие, мы с вами прощаемся. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Все полезные ссылки под видео. Целую. Да, полезная ссылка. Да, на Кристинку, на Кристинкин канал. Целуем, любим. Пока-пока. И Дэня. Целуй. Вот, молодец. Ты мой будущий. Все, выключай.